Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня 18 марта, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Конона, что в переводе с греческого означает «острег». Небесным покровителем его является мученик Конон Мандонский, Градарь. В III веке от Рождества Христова, во время царствования императора Декия, жил святой Конон. Был он родом из Назарета Галилейского. Переселившись в Памфилию, в городе Мандон, он сам устроил для себя огород. Был Конон человеком добрым, незлобивым и простосердечным. Хотя он и не был обучен грамоте, но проводил богоугодную жизнь. Когда услышал о нем Игемон Публий, пришедший в город для преследования христиан, тотчас послал воинов взять Конона. Посланные пришли к Градарю и в насмешку приветствовали его добрыми словами. Конон с радостью отвечал на их приветствие и любезно принял их. Воины связали святого Конона и привели к Игемону. Когда его стали принуждать, чтобы он принес жертву идолам, Градарь, сокрушаясь в глубине сердца об ослеплении и заблуждении неверующих и укоряя Игемона в нечестии, остался непоколебимым в исповедании веры во Христа. Тогда в ноги ему набили железных гвоздей и гнали перед колесницей Игемона до тех пор, пока святой страдалец пал от изнеможения на колени и с молитвой на устах предал душу свою Господу. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Федора, Давида, Константина и Адриана, Анисия, Марка и Исихия, Николая и Ивана, а также Яна, Феофана и Луку. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!